Друзья, приветствуем вас на канале Armenian Vibe. Меня зовут Дима, и сегодня, не поверите, что-то невероятное происходит. Мои армянские друзья попросили меня послушать одну композицию, да? Одну композицию. Один очень влиятельный композитор собрал классных музыкантов как-то раз, и они вот что-то замечательное играли. И сегодня я буду слушать не в первый раз армянскую музыку, но вот именно вот этот концерт буду смотреть первый раз. И будем следить за тем, как... Что за мурашками у меня по коже. Вот, ну, тут говорят, что у меня будут мурашки. Подключаемся, подписывайтесь на канал обязательно, следите за новостями, вот, будет очень классно, здесь будет всякое интересное происходить, если что, все ссылочки нужны вам в описании, давайте уже посмотрим, очень сильно интересно. Поехали! Adios. All right, this next one is actually a mimic of a couple of pieces of music. The first one will feature once again with the Pedro Ostache playing a 3,000-year-old Armenian instrument called duduk. Mm-hmm. And he'll also be joined by Samvel and Armen. And the next one is... Samvel and Armen, it's one of my favorites. I wrote it when I was a kid. It's called Nostalgia. We're playing both for you right now. А, он написал, а они играют. Все. Короче, нужно прояснить один маленький моментик. Я просто киноман жесткий. Вот. А вот такая музыка этническая, это этническая, да, называется музыка? Этническая музыка не передает больше атмосферу, короче. Как, типа,
Вот у меня сразу картинки, когда я это слушаю, я вот на них смотрю, а у меня в голове там картинки, пустыня, короче, лошади бегут вот так медленно, у них гривы вот так развиваются, вот так ветер дует, фу, перекати поле, короче, покатился. У меня вот такие ассоциации сразу. И что-то такое, ну то есть музыка такая атмосферная, что она, вот я смотрю на людей, как они играют, а окунаюсь в атмосферу, в которой это должно, короче, происходить, вот в чем суть. И это вообще супер круто. Значит, надо теперь после всего этого собрать как-то мысли в кучу. Что-то... Так, смотрите, значит, что я хочу сказать. Я кайфую от древних инструментов. Типа как у скандинавов есть такая арфа, типа маленькая. Она звучит просто эпически. Вот скрипки, тоже все дела. Но дудук, какой звук выдает дудук, а? Настолько, в смысле, классный. У меня есть кое-какие приколы, типа я слышу классный инструмент, мне хочется на нем сразу поиграть, посидеть, вот. Мне сейчас захотелось на дудуке поиграть. Это как вообще, как это понимать, Артур? Как это так-то, как так-то? Вот, невероятная музыка. И из ассоциаций, вот, я часто сравниваю, как может... Ну, например, вы помните, если фильм «Интерстеллар» такой, там Ханс Циммер написал мелодию заглавную,
Как по мне, она слишком похожа на космос. Вот космос должен звучать именно вот, вот когда ты представляешь космос, должна звучать мелодия из Интерстеллара, вот эта мелодия Ханса Циммера. Вот эта мелодия в начале, когда вот только дудух начал, когда только начал звучать дудух и скрипки, для меня вот так звучит пустыня. Я вижу, ну, для меня вот, если вот, вот так пустыня, вот этот звук, это звук пустыни, как звучит пустыня, как по мне. Вот это вот, дудук передает вот эту вот атмосферу, она как типа, блин, как ее, как пустота и наполненность одновременно. То есть пустыня одновременно и пустая, и полна песка при этом. То есть она и полная, и пустая одновременно. Я сейчас вообще, меня понесет в эти, в разгоны, короче. Но для меня так, я вот о своих ощущениях вам говорю. И это просто обалдеть, что за тема. Ну, в смысле, я это, скорее всего, буду слушать. Не до момента. Вот это в конце момент, когда началось вот это все заиграло, я сразу теряюсь. А когда вот дудук и скрипки, два инструмента, по-моему, созданы друг для друга. Ну, типа, сами слышали, как это звучит. Потрясно. Это что-то некое такое, да, классно. И ништяк. Что, все, конец? Смотрите, значит, что нужно сделать в конце. Обязательно подписаться на канал, вот, потому что мало ли, что тут еще интересненького выйдет, как говорится, вот, всякое может быть, вот, может быть какой-то интересный контент, а вы не подписаны, а так быть не должно, подписывайтесь на канал, на ссылки посмотрите в описании, тоже интересные, хотите, подпишитесь на меня в соцсетях и перейдите, посмотрите мой канал, если вдруг кто металкор слушает, вдруг, тяжелую музыку, добро пожаловать ко мне на канал, там тоже классно. Вот, уютно, замечательно. Все, не прощаемся, еще увидимся, потому что мы в интернете. Удачи вам!